Чего, отвыкла от велика, да? Куда поедем? В эту сторону? Чем тормозить я буду? Видео снимаю. А чем тормозить? Ехай, я сейчас чуть-чуть поснимаю тебя и выключусь. Где ты там, блин? Таня, все получится, все получится. Ой, одной рукой. Ладно, поехали мы, все. Убирала. Подключил? Да. Убирала. Это Танина мама. Это Танин папа. Это Таня. Дура. Это Таня. Пока. Да. Блин, я второе ведро не взяла, потому что думала. Ну, рука была. А что, правда, столько травы наросло? А что такое? Так недели не прошло же даже. Конечно, блин, я... Капец, хорошо, что он... держак короткий, ё-моё. А то в лобешник бы. Хорошо, если в лобешник, а если по зубам. Все. Дорогое удовольствие. Бабушку еще не взять. Да. Бабушка больше нет. Не встанет. Я не пойму, а там кто? Это Елагин, как его? Елагин, Наташка, это. Как его? Елагина, как ее фамилия? Мирошник? Мирошник. А я вообще не пойму. Ну, у него какой-то такой. Ну, мать стоит. Ну да, вот я вот когда я спросила, я сейчас увидела уже. Тетю Лиду. А до этого не я. Блин. Давай, Таня, давай. Гля, как тут палит. Прям я жарко себя, здесь, да? Жарко, а ты оделась так. Так ветер такой. Вот это чье? Так хорошо все сделано. Никого нету. Две могилки. Никто нету. Так все огорожено. Все. Пионы. Так, ну гаденыши, все. У нас кладбище небольшое посреди хутора. Ой, блин, ну кто там? Танюшка Ракин стоит. Я мусор на мусорку ношу. Народу полно, если честно, сегодня на кладбище. Там, Таня, аж под самую эту забор. Вообще. Тут уже места вообще нет. Все, дети в город уехали. Пока, мой мальчик. Таня, я не знаю, давайте тут садиться. Клеенку я им стол отнесла уже туда.
Смотрите, где мы стол накрыли. Есть повод, ребята. Таня стала бабушкой. Теперь она настоящая баба Таня. Машенька, поздравляем тебя, что ты стала мамочкой. Всего самого хорошего. Михаил его назвали, как мы и предполагали. Все нормально. Саша сдержал свое слово, не передумал. Молочных тебе рек, Машенька, чтоб молочко было. Все хорошо. И вот мы решили сесть здесь, потому что у Тани гости. Мы не стали в свой гараж тащить. Говорю, это наша Таня с тобой царство. Не надо сюда чужих. Тут у нас и детская, и это. Не стали мы сюда никого переть. И поэтому, да, Зарк? Ну, Кирюха молодец какой. Все, сейчас Таня позовет. О, Таня вчера уже посуду со вчера. А, вилки, да, или не нужны? А, я сейчас принесу. Фу, что-то я закрутилась. Капец, ребята, а делов сколько? Это ужас у меня. У меня завтра Елена приезжает. Мы как вчера вот тут пилили, надо все подмести. Я хорошо, я заехала, купила продукты. То есть, ну, у меня все, продукты есть, ничего. Куда я вилки только что делала? Ну, куда-то же я их только что убирала прям. Вот это, слава богу, продукты есть, все есть, можно отдыхать. Леночка завтра к 7 часам на последнем на нашем этом автобусе приедет. Поэтому, ну, можно еще раз это. Ладно, полезу сюда. Тут у нас вилки есть. В шкафу. В общем, короче, мы так рады. А мы с Танюшкой на кладбище были. Маша не отвечает и не отвечает. Таня говорит, блин, все утро пишем, звоним, не отвечает. Когда хренак? Молодец, короче. Звонит, видеозвонок. Делает видеозвонок и говорит, хотите, я вас кое с кем познакомлю? Мы там разревелись. Кто смеется? Я плачу, смеемся. А-а-а, класс, все, все хорошо. Дарить без женщинам цветы, без повода и без причины. Сейчас поедем в розовый дома. Чтобы счастливой. Когда я его делаю? Я, блядь, четкий, розовый, красивый пиздец. И знаешь, что я пионы? Понедельник начнется, врачи придут, там уже скажут. Поедем. Сейчас выходные. Это Машины родственники, тетушка. Тетушка, да, ты? Я бабушка. Нет, тетушка Машина ты. Машина, ты тетя? Без повода и без причины. Маше покажи привет. Дарите женщинам цветы. Ауе, скажи, Маша. Ей, скажи, будет братишка, Мишанька. А, сынок. Прянула Маша в роддоме, да? Дарите женщинам цветы. Без повода и без причины. Правильно. Танюшка потеряла зажигалку. Я говорю, Таня, я тебя сейчас прикурю. Без проблем. Сейчас без волос, без бровей, без лисизма. Без проблем. Без проблем. Подальше, блин. Чтоб видели все. Не против ветра. Ставь. Дунь сначала в сторону. Это понятно. Да, блядь. Как
оно крутится. Нет. А, вот. Да ёпрыш ты. Она как ест. Я хоть чуть-чуть притушу. На стол поставим. Это пипец. Простите. Таня? Добрый. Все готово. Туши. Чокнутые. Сейчас, подождите, я ж не могу. Я ж не могу, у меня ж, я ж не Ломоносов. И не Цезарь. Пять делов сразу. Ну, в общем, короче, гости все разошлись. Мы никак себя не можем взять в руки, чтобы все это убрать. Да, собрать и убрать. Да, мы сидим просто и такие, ну что, давай домой. Угу. Да, домой. А время, я не знаю сколько. А, вот, знаю, 20:08. И такие сидим, ну что, встаем, идем. Идем. И все никак у нас. Сейчас пойдем. Ну, в общем, так, дорогие уважаемые зрители. Мы на сегодня с вами прощаемся, да, Танюш? Да. Так и да. Все прошло успешно, удачно. Да. Пяточки обмыли. Никто не придерется. Пяточки обмыли. Кто хотел, с нами обмыл. Кто не хотел, извините. А это... Завтра новый день. Завтра у нас приезжает блондинка с Сочи. Из Сочей, да? Блондинка из Сочей. Ну, там уже другой контент будет. Все, всем пока, ребята. Пока-пока.